Оставалась манная каша. Я ее поставила в холодильник на ночь. С утра встала, подумала, ну как-то разогревать уже не так вкусно. Поэтому я решила сделать из нее пудинги. Я взяла яйцо, одно яйцо, потому что у меня манной каши было совсем немного. Взбила это яйцо с сахаром. Потом добавила манную кашу. Все это блендером взбила. Добавила немножечко разрыхлителя. Для теста добавила корицы, молотой с сахаром. Получилось вот такое вот жидкое тесто. Я взяла вот такие формочки у меня с розочкой. Смазала их сливочным маслом. У меня получилось вот всего-навсего 4 штучки. Ну, хотя бы так. Серафиму и мне за глаза хватит. Поставила духовку разогреваться на 180-200 градусов, в зависимости от того, насколько времени вы потом поставите. Если 200 градусов, то буквально, может быть, минут 20. Все это запечется, и можно полить еще будет вареньем, либо сметанкой. Так что приятного всем аппетита, кто сейчас тоже собирается покушать, и удачного кулинарного шедевра для тех, кто собирается готовить.